הצבא צועד על קיבתו. שיהיה טעים, אכיל וזין. מקרר, אתה יודע, יש שמועות שהאוכל בסוריה יותר טוב מהאוכל פה במטבח. מה זה הדבר הזה? אם הכישרון שלך זה להכין אוכל, אז אנחנו בבעיה. Бабушка? Бабушка, бабушка. Бабушка, что ты тут делаешь? Спасать тебя пришла. Сядь быстро! Сядь и слушай! Меня? От кого? Зачем? Идиот. Ты пойми, армия на тебя надеется. Солдат с утра должен есть здоровую, хорошую пищу, чтобы у него силы были. Ты знаешь, какие две вещи нельзя скрыть? Без понятия, бабушка. Когда ты пьян и когда ты влюблен. Ты пьян? Нет. Ты влюблен? А что это такое? Ты хочешь ее? Да. Ну так пойди и возьми ее! Будь мужиком! Будь зайкой ее, как Филипп Киркоров. Мы же в Сибири! Ты знаешь, как я с твоим дедом познакомилась? Нет. К нам во время перестройки Горбачев приезжал. Нам сказали принять. Так особенно ты иди. Я обузила, что было под рукой. Там селедку, яйца, морковку, свеклу. Им такую селедку под шубой заделала. Объедение. Они сказали, что в жизни такой вкусной селедки под шубой не ели. Такая любовь была. Что, получается, что Горбачев это мой дедушка? Идиот! Шофер его! Ты пойми, все в твоей голове. Ты должен сам с собой договориться. Вот ты какое животное любишь? Я? Стык. Вот ты идиот! Вот что я спросила, что ты ответил? Какое животное ты любишь, пока еще оно живое? Вот если бы тебя превратили в животное, кем бы хотел быть? Ну, кит. Здорово. Вот ты когда готовишь, представляешь, что ты огромный кит. Давай, вперед! Рис! Рис рождается в воде и умирает в воде! Говядина! Из священной говядины получается лучшее жаркое! Слушай и запоминай. Никогда, слышишь, никогда не доверяй худому повару. העונה החדשה, שני עד רביעי בתשע, ב-YES Action וב-YES VOD.